Мы сели на Синкансен и едем из Токио в Киото. Мори-сан проводил нас до станции. Мы доехали потом до станции Токио, откуда идет Синкансен. Купили быстренько билетики по JR Pass в Ticket Office. Это сделать совсем несложно. Просто нужно подойти, сказать «Киото маде», что значит «до Киото». И, ну, можно еще добавить, что «сейчас», «има кара». То есть дословно «с сейчас». «Има» — это «сейчас», а «кара» — это «с». Вот. Значит, вот это вот скажет. И вам дадут такие вот билетики. Потом нужно просто сверить название поезда, номер, его номер, и с какого пути он направляется. И главное, не очень тормозить, потому что они дают поезд ближайший, он может быть достаточно близко по времени, впритык. И мы сели, и буквально через несколько минут, минут через пять после того, как мы сели, он отправился. То есть... Мы собирались купить бенто с собой в дорогу, потому что так принято у японцев, но, к сожалению, мы что-то... Да просто не успели. Нужно было сначала купить бенто, а потом взять билетик. Да, а мы сначала взяли билет, а потом бенто. Но хотя... у нас есть надежда, что кто-нибудь будет ходить и продавать их. Он будет ехать примерно 3 часа, может быть, чуть меньше. Вот здесь очень приятно. По пути я пока вот монтирую видео в данный момент с позавчерашнего дня. Здесь даже розетка на самом деле есть. Если вдруг закончится зарядка, можно подзарядить. Но у меня вот еще 76%. Я думаю, что надолго хватит. Мы прибыли в Киото. И сейчас будет самое сложное. Сейчас нам нужно найти дорогу к отелю, где мы будем проживать. Справа Синкансен, на котором мы приехали. В Киото тоже очень жарко. Не менее жарко, чем в Токио сейчас. Всем привет снова. Мы сейчас сидим в очень интересном месте. Это то место, где проводят чайные церемонии. Дело в том, что у нас на 6 сегодня вечером, в день наш приезд в Киото, была запланирована чайная церемония. Теперь вот ждем, потому что мы приехали где-то за 20 минут до начала. Вот, но они просили приезжать пораньше. Hi, my name is Tadayasu Sugano, and I'm working in here for the performing the tea ceremony. For the guests from all around the world. So I hope you, I will see you again somewhere, and I hope I will meet you at the tea ceremony. Thank you. Мы только что вышли с чайной церемонии. Это было просто нечто неописуемое. Опять же, всем рекомендую, потому что, во-первых, очень много узнаешь о Японии, о менталитете японцев, об их особой философии. Конечно же, сам чай очень вкусный. Атмосфера замечательная. Татами, комната в японском стиле, люди в кимоно все тебе рассказывают. Как мы уже сообщали ранее, мы находимся в Киото. И мы пока не очень здесь ориентируемся, но вроде как это одна из главных, или, по крайней мере, самых широких улиц в городе. Мы подходим к району Гион. Это бывший район Мейко и Гейш. Сейчас, разумеется, все уже более современно. Здесь есть магазины, туристические какие-то места и прочее. Но все равно, хотя бы по архитектуре можно видеть, что сохранены многие старые здания. Опять же, для тех, кто хочет окунуться именно вот в ту Японию, которую люди видят в фильмах, наверное, это идеальное место для того, чтобы пойти и на все это живо посмотреть. Еще я заметила, что на улице Киото намного больше людей, одетых в юкаты и кимоно. Возможно, просто Киото более традиционный город, нежели Токио, в котором все-таки уже чувствуется европеизация, чувствуется, что 21 век. Вот, Киото пока что производит несколько иное впечатление. Мы находимся в нашем номере, и это тоже что-то восхитительное. Потому что, во-первых, он сделан в японском стиле. У нас здесь татами, подушечки красивые. Мы сегодня сходили в супермаркет, решили поесть дома.
значит, в супермаркете мы купили себе бенто, салат с традиционным японским овощем, затем дынную булочку, рис с натто, молоко со вкусом дыни и манго, зеленый чай латте, лапшу со вкусом сакуры, здесь надо вот так показать, анпан, то-то непонятное вроде шоколадной пиццы. И еще вы можете узреть наши великолепные палочки, которые мы купили в Онсене в Токио, мои, значит, стилизованные под Евангелион, и Женины под самурайские мечи. У нас очень много фишечек в номере. Например, традиционные японские пижамки. Вот так. Мы не знаем, зачем, собственно, фонарь. Это очень мило, что у меня.